вот тот самый напиток, из-за которого люди собираются ни свет ни заря в березовых рощах Брестского лесхоза. Вкусно, полезно, недорого. Оно того стоит. Действительно, березовый сок содержит много полезных компонентов. Среди основных – микроэлементы, витамины и органические кислоты, которые помогают сохранить надолго не только здоровье, но и красоту. Этой весной сезон заготовки березового сока стартовал рано, еще в первых числах марта. Сейчас на делянках Брестского лесхоза наблюдается массовый сбор, ведь каждый знает, что нужно успеть собрать побольше, пока на деревьях не распустятся почки. Поэтому любители полезного лесного напитка приезжают рано утром, чтобы все успеть. Приехали к 8 утра, вот, набирали. 100 литров набираем, буду закрывать, вот, добавляю туда, до кипения довожу, только до кипения, не кипячу, лимонную кислоту и сахар по вкусу. В нашей семье березовый сок пользуется спросом, мы его любим. На зиму закрывают, я нет, я только во флягах, сделаю квас с него и квас пью, дочкам отвезу, сыну завезу. А им некогда, они на работах, а я на пенсии. Огромный спрос на березовый сок у людей сформировался не только из-за его полезных свойств, но и из-за небольшой стоимости. Вы заплатите всего 17 копеек за литр собранного напитка прямо на месте. Цена по сравнению с прошлым годом выросла всего на копейку. Но даже эта маленькая сумма не останавливает правонарушителей, что приводит к крупным штрафам. Штрафы за самовольную заготовку березового сока очень внушительны. И поэтому заготовка самовольная, она административно наказуема. Так, на сегодняшний день на гражданина штраф за самовольную заготовку составляет до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, на юридическое лицо это составит вообще 500 до 500 базовых величин. Специалисты отмечают, если сохранится прохладная погода, сокодвижение в этом сезоне будет рекордно продолжительным, вплоть до апреля. Но для того, чтобы продлить удовольствие сбора сока, не навредив при этом березам, нужно знать правила. Потому как выбрать участок земли, на котором будет проходить сбор, дело непростое. Участки должны быть отведены под руку главного пользования, то есть в течение некоторого времени должны потом в последующем быть вырублены. А вот, значит, должна подходить возраст рубки, это 71 год, либо за 5 лет до рубки. Диаметр березы, значит, не менее 20 сантиметров. В Брестском лесхозе в этом году заподсочено, именно этот термин используют в лесничестве, более 13 тысяч деревьев, а потому планируется заготовить около 335 тонн природного напитка. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.